Я не хочу это видеть, захочу вам. Ой, ё-мо, уберите меня. Что за срань? Мне очень нравится играть Double Time. Я люблю жать 270 BPM. Это очень интересно. Мое любимое занятие. Каждый день запускать игру и ретраить карты с ДТ. Ничего не может быть лучше этого в этой жизни. Самое прекрасное, чем можно заняться. Даже когда грустно, можно просто взять и начать играть ДТ. БЛЯТЬ! Говно. Сука. Не заформил меня, лошок. Блин. Не заформил ППшку. Блин. Блять, какой же долбоёб. Сука! Куда полез? Я тебя за хвост сейчас схвачу. Конечно! Пошёл нахуй из квартиры, блядь! Иди ты нахуй! Хватит взморалить! Ебать смешно. Правда ли, что все осеры анимешники? Я считаю, что нет, потому что очень много топ-игроков таковыми, и они вообще в целом ненавидят меня. Сосать! Сука! Ненавижу это говнище! Зараша. Тула, покажи сердечко. Как? Я не умею. Я разучился, я одно время практиковался. Давай, показывай мне за кадром. Вот так. Вот так руку сделай. Угу. И вторую так же. Вот так. Да. Ёб твою мать, кринж. Охуенно. Люблю свою комнату. Так, это мусор получается. Знаете, что я могу сказать? У меня на днях было, ну не так вот прямо. Ну не одежка. Так. Не так, ладно. Охуенная хата. Ну и легендарная наушники. Это какой-то совсем разъёб. Шалаш бомжа выходит на новый уровень. Охуенная хата. Хочу умереть! Ё-моё, почему? А! Илья мне написал. Я увидел у нее в ленте лошадей. Спросил. Блять! Ёб твою мать! Нет, нахуй! Только не это! Профессионал. Показать мастер-класс, она, естественно, сыграла. Я влюбился. Нет! Нет! Бля, стамина, сука, нету! Сука! Украли стамину! Ой, блядь! Блядь, что это было? Сука, отравить хотят. Что я выпил со стола? Конечно, Василисушка. А ради меня елочку сломаешь? Сломаю.
А березку? И березку сломаю, любовь моя. А сосну? А если соснешь, весь лес переломаю. Атака кринжа, сука! Перевернутым экраном. Я не могу экран перевернуть. Как ездить, иди нахуй. Блять! Я виртуальный боец! Сука! Блять! Аналогичный, только по другим углом. Оп-оп-оп, джамп. Оп-оп, ты еще попасть. Сука, борода мокрая. Хотя не хочу сейчас играть. Я знаю, я не слежу за пиксель батл. Я слежу за своей скоростью пальцев. Это что, блядь? Это телефон звонит или у меня отбелены? Надеюсь, у меня отбелены. Долбоёб. Блядь. Вот иди нахуй. Я отпадаю. Ой, ё-моё. Ну ёбки, блядь. Я нажал, вы видели? Я видел! Я видел! Блять, сука! Как так можно обосраться? Блядь! Ну почему? ПП нафармите, потом детей кормите. Привет, Алава. Это я. Твоя двоюродная сестра Катя Богдановна. Помнишь, как папа однажды попросил тебя забрать меня из школы? Это когда ты зашел со мной в подъезд. Нет.
Ты сказал, что это змея, и что если ее не задушить, то она тебя отравит, и ты умрешь в тиши. Ну, я ее задушила, а она напоследок плюнула мне в лицо каким-то белым ядом. Какое же говно. Ты сказал, что это соляра, и всю ее с меня слезал. Было шутка-то. Теперь я понимаю, как тебе тяжело приходится душить эту змею. Реально змею тяжело душить, сука. Я просто такой позорный. Не могу разъебать тупых лохов на говнокартах. Даже без тролля не могу переиграть. Мать пришла. Помогите. Я пойду сейчас налью, короче, и вернусь. Подождите. Как идти, если я не должен показывать свое очко? Сегодня же не праздник. Слава роду славянскому! Спасибо большое. Это был Игнатий Талалаталов.